Зима вступила в свои права, а это значит, настало время снегоуборочной техники. Обработка проезжей части перед снегопадом – одна из самых важных задач для работников дорожных служб. В данной ситуации проводим предварительную обработку проезжей части от обледенения, так как надвигается циклон и понижение температуры. Оранжевые машины, оснащенные большими щетками и рамами, которые захватывают снег, уже вышли на Одинцовские дороги. Специальный солевой раствор поможет избежать обледенения. По городскому маршруту курсирует одна машина, остальные распределены по участкам, поясняют дорожники. У нас дневная ночная смена, так мы чередуемся. Мы будем до... Наша смена до 6, ну, получится, мы, возможно, задержаться. В настоящий момент обработка и очистка проезжей части от снега проводится по мере необходимости. Техника является универсальной, поскольку может почистить дорогу и обработать ее от наледи. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».